Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. В этом видео я хочу вам показать, как использовать купоны других стран для циферблатов или приложений для себя. Ну, допустим, вы находитесь в России, зашли на мой сайт, а так как у меня, естественно, больше всего смотрят канал это россияне, Украина, Беларусь, Казахстан, то на эти страны очень быстро-быстро разбираются купончики. А вам захотелось все-таки этот циферблат или приложение? Тогда что делаем? Просто берем купончик Соединенных Штатов Америки и применяем его для себя и скачиваем спокойненько приложение или циферблат и пользуемся. Но просто так вы это не сделаете. Для этого нужно произвести некоторые действия. Именно для этой операции нам понадобится с вами вот такая вот штучка, скрепочка, да, для того, чтобы вытащить сим-карту и еще приложение VPN. В данном случае оно будет вот этим. Ну, оно точно работает, я уже им пробовал. Поэтому скачать вы его сможете в описании видео. Что мы сначала с вами делаем? А сначала мы с вами вытаскиваем сим-карту. Для этого, дорогие друзья, если у вас, допустим, так же, как у меня, есть одна сим-карта, а вторая карта eSIM, то сначала нужно в диспетчере сим-карт отключить eSIM. Потому что если вы вначале извлечете сим-карту, то eSIM потом вам не даст возможность отключить систему, так как она себя охраняет. О, как связь-то все равно же нужна. Поэтому мы сначала извлекаем eSIM, потом извлекаем с вами сим-карту. Находим там эту дырочку. Сейчас, минутку, загляну. Так, нашел. Опа-на, все. Извлек сим-карту, готово. Теперь, что нам нужно с вами сделать? Мы с вами идем и запускаем VPN. Приложенице. Запустили мы его. Не обращайте внимания вот на это. Это из-за того, что eSIM стоит, она как бы показывает вроде как связь есть, но на самом деле ее нет. Вот, допустим, США, да? Выбираем мы с вами вот эту вот вещь, и запускается VPN. Другими словами, он показывает нам, как будто мы с вами в Соединенных Штатах Америки. Вот этот ключик как раз-таки об этом и говорит. Все, мы с вами выходим из этого приложения. Теперь сразу, дорогие друзья, заходим в настроечки, получается, не настроечки, а в сведениях о приложении. В данном случае с Galaxy Store. Теперь заходим в память, очищаем память и очищаем данные. Очищаем на ней кэш и очищаем данные. Все, вышли. Теперь, на всякий случай, его нужно запустить для того, чтобы потом, когда вы будете переходить для скачивания в циферблата в Galaxy Store, оно запустилось у вас быстренько и без ошибки. Потому что иногда может это приложение начинать выдавать ошибку. Все, мы принимаем условия. Готово. Все, сделали самое основное. Теперь, допустим, вы находитесь у меня в канале и увидели, что появился новый циферблатик в новостном канале или в чате. А понравился с нами, нам вот с вами этот циферблат, мы переходим по ссылочке в генератор купонов. Выбираем страну. Обязательно надо, чтобы на английский опять все перевелось. Иначе будет беда. Хотя он, наверное, русский. Вот, все, перевели. Чтобы не было английского языка. Иначе может выдать ошибочку. Ой, вернее, русского языка, иначе выдаст ошибку. Ищем США с вами. Где у нас Соединенные Штаты Америки? Вот они у нас вышли, нашли. Теперь 6 плюс 7. Сколько у нас? 13 вроде, да? Как мне кажется. Показать код. Нажимаем. Генераторы купонов, они разные, со своими заморочками. Но вот этот вот такой вот интересненький. Сейчас он генерирует купон. Купон готов. Мы с вами копируем код купона и переходим в магазин Galaxy Store. Перешли в Galaxy Store. Все это, естественно, будет, ребятушки, подтормаживать, потому что VPN, да, VPN не выдает ту скорость сильную, да, но бывает иногда нормально, а иногда нет. Мы с вами смотрим, что данный циферблат стоит доллар, ну, 2 доллара практически, да, это 140-150 рублей. Нажимаем «Приобрести его». Я вам забыл сказать, я же в России нахожусь, Иркутская область, город Братск, Сибирь. Все, разрешаем, покупаем. Всплывает сейчас меню регистрации
платежей и скидок. Нажимаем «Воспользоваться скидкой», «Добавить купон». Вставляем наш купончик с вами и нажимаем «Добавить». Купончик регистрируется, мы нажимаем «Применить скидку». Все, нажимаем «Заплатить». Сейчас подтверждаем покупочку отпечатком пальцем или там как у вас. Оп, подтвердили покупочку. Все, платеж завершен. Теперь идет установка данного циферблатика на наши с вами часики. А вот так легко и просто можно все это дело сделать. Поэтому, ребятушки, кому надо, пользуйтесь вот этой простецкой инструкцией. Как я сказал уже, VPN, приложение VPN вы сможете скачать в описании видео. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Вы можете стать спонсором. И что это для вас будет значить, посмотрите этот видосик. Ставьте свои лайки, обязательно нажмите на колокольчик, и вы не пропустите видео интересные и все приложения, о которых я говорю. Также, дорогие друзья, пишите ваши комментарии. Ну, естественно, все это делать только в том случае, если мои видео, действительно для вас были полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч.